Смотри. Мы приехали сюда, в эту вонь, в эту грязь. А наедине с ней я так не смог остаться. Будь ты терпеливее, сынок. Вчера был первый день, сегодня второй. Ты своей матушке-то доверься. Я сегодня позволю тебе с Эйлю остаться наедине. Ну хорошо. Ну, Ранушка, дорогая. О! О, моя дорогая. Розия, дорогая, рада вас видеть. О, рада вас видеть. Опять пришли эти безбожники. Ты знаешь, в каком психическом состоянии, тетушка? Ну, с ума сошла, бедняжка. Ага. Сама ты с ума сошла. Да вы воришки. На лицах у вас написано. Безбожные. Эй, Лёль, швабру притащи. Выгоним их. Тетушка, ну почему ты так поступаешь? Некультурно же. Они же наши соседи, ты ведь их знаешь. Тетушка Насифе, какой ты была, а какой ты стала. Бедняжка, старость не радость. Ой, ну, Ранушка, мы пришли Эйлюль забрать. В соседней деревне девочки собрались и делают томатную пасту. А Эйлюль познакомится со своими ровесницами, не так ли? Ну, а по возвращении Курай ее проводит. Доченька, ну сходи же, лучше будет тебе, развеешься. Да нет, я не разбираюсь в этих пастах. Не отдаю вам девчонку, другую себе найдите. Ну ладно, я тогда пойду делать томатную пасту. Тетушка сейчас Эйлюль не отпустит. Эйлюль, а ты следи за тетушкой, хорошо? Ну тогда, Нуран, дорогая. Пускай Курай приглядывает за ними. Ну, может быть, им что-нибудь понадобится. О, нет-нет, нам ничего не нужно. Мы с тетушкой тут сидим, вы можете идти. Ну ладно, матушка, я переоденусь и пойдем, хорошо?